духовный рост, творческое развитие и нравственное воспитание. Наш следующий репортаж о епархиальной воскресной школе. Сегодня в ней обучается порядка 45 ребят разных возрастов. На одном из занятий побывала наша съемочная группа. Епархиальная школа открывает свои двери каждое воскресенье. Здесь духовно просвещаются дети с 6 до 15 лет. Однако многие родители приводят малышей и в более раннем возрасте. Мне 6 лет, я уже давно хожу в воскресную школу. Мы здесь поем, танцуем, лепим, делаем разные поделки, рисуем. Мне больше нравится пение и рисование. В семье Каневых посещение воскресной школы – добрая традиция. Марк пришел сюда впервые, когда ему было 4. Спустя 3 года мальчик с большим удовольствием продолжает посещать уже полюбившиеся занятия. Воскресная школа отличается тем, что там, ну, мы тут учимся молитвы, и мы в школе делаем поделки из пластилина, поем, еще мы это рисуем, да, танцуем. И еще мы рассказываем стихи и играем по ролям. Прикосновение к душе ребенка требует от наставника особой деликатности. Опытные педагоги открывают детям огромный мир духовно-нравственного воспитания и традиции православия. В этом году в школе реализуются такие предметы, как закон Божий, церковно-славянский язык, колокольный звон, музыка, театральное творчество, рисунок, творчество с бумагой, с бисером. В декабре месяце мы были на заседании НКО, и там от представителей некоммерческих организаций прозвучало, что в городе именно не хватает нравственности. И мы делаем акцент на это направление. Помимо прочего, воскресная школа призвана подготовить ребенка к осознанному посещению церкви, показать пример благочестивой жизни и обеспечить духовный рост. Благодаря обучению в такой школе, ребенок постепенно и в доступной для него форме получит основы духовности и нравственности. Елена Ванцева, Владислав Носкин, телеканал «Север».